D-Men program here at the Master's Seminary is all about taking you to the next level in your preaching. Программа «Доктор служения» специально создана для того, чтобы поднять вас на более высокий уровень служения. Это пастор, который может быть теологом и богословом. Эта программа позволяет нам точно определять богословие, когда человек, подготовленный, возвращается за кафедру для того, чтобы, исследуя Священное Писание, говорить глубокое слово, которое исходит из Писания. У него должно быть высокое богословие. Это главная цель нашего служения. Во время этой программы вас будут учить пасторы и теологи мирового класса. И общаясь с ними не только во время их лекций, но и во время разных бесед и разговоров, которые у нас может быть общение, это замечательный опыт, который можно иметь. Это самое большое переживание, которое может быть. Быть частью этой большой династии служителей, которая связана со Спержином, Ллойд Джонсом и сейчас МакАртуром. Это программа доктора служения. Это самое точное решение для эффективного служения. Все исходит из кафедры. Итак, если мы сможем помочь вам сформировать ваше проповедование, вся церковь будет переживать это благо. То, что мне нравится в этой программе, это особое внимание к экспозиционной проповеди. Эта программа позволяет нам проповедовать Писание верно, понимая, что сила не в личности, но она в Слове Божьем. Если вы проповедник, вы проповедуете регулярно, и для многих из вас, когда вы проповедуете несколько раз в течение недели, и это действительно является сердцевиной вашего служения, это самая практическая, подходящая для вас программа, которую вы можете найти. Мое желание пройти эту программу для того, чтобы в будущем быть более способным, более эффективным для служения моей церкви. Моя проповедь, она улучшилась существенно, она стала более точной, более ясной. Я стал преподавать более эффективно, это стало большим благословением для моей церкви. В июле 2017 года может быть хорошей точкой, когда вы можете присоединиться к этой программе, объединяясь с другими братьями, которые будут учиться тому же самому, чему будете учиться вы. Нет лучшего времени, чем июль 2017 года.